Генеральный секретарь Си Цзиньпин придает большое значение возрождению Северо-Востока. Постоянно заботится о развитии провинции Хэйлунцзян и ее народе. Он дважды посещал Хэйлунцзян и неоднократно произносил важные речи. Давайте сегодня посетим Малый Хинган, чтобы посмотреть, как город Ичун помнит о доверии генерального секретаря, отвечает на его призыв об экологическом приоритете и зеленом развитии. Я приехал в лесохоз Сиши, управление лесного хозяйства Шанганлин, лесопромхоз за города Ичун, где возвышаются древние деревья, а лес богат и дерен. Диаметр ствола айда и красной сосны рядом со мной почти метр, требуется 300 или 500 лет, чтобы ее ствол стал другим достым. Можно сказать, что этот первобытный лес корейской сосны стал свидетелем превратности и великолепия Малого Хикана. 23 мая 2016 года генеральный секретарь Си Цзиньпин недолго проинспектировал первостанный лес корейской сосны и других ценных деревьев, но также сказал, что в прошлом лесные фирмы поставляли древесину для национального строительства, внесли свой вклад в развитие страны, но теперь в лесном районе полностью завершена вырубка. Соседи окружающей среды являются вкладом в процветание страны. Ян Руи жил и работал на этой горе более 30 лет. Раньше он насим безобилие и рубил дрова, а теперь его работа – патрулировать этот большой лес. Айгороки ручья и диких животных становятся все больше и больше. На днях в центр города вошли черные медведи, козурья и кабанов больше. Кабанов здесь в общей срочности 40 или 50 особей. В течение последних 6 лет Ичун продолжает озеленять горы и поля. Второй этап проекта по охране природы реализуется в полном объеме. Площадь управления и охраны лесных ресурсов составляет 3 миллиона 340 тысяч гектаров. Крупных лесных пожаров не было 18 лет подряд. Среднегодовой чистый прирост объема леса составляет более 100 миллионов кубометров, а лесистость составляет 83,8%. Ичун стал единственным городом окружного значения на северо-востоке Китая, который реализовал создание глобального китайского природного кислородного парка и был достоин значения лучшее национальное туристическое направление. 6 лет назад генеральный секретарь Си Цзиньпин приехал в дом Лю Яншун, старого работника лесхоза Сишуй. Вскоре после этого пожилая пара начала заниматься агротуризмом. Сейчас этот бизнес процветает изо дня в день. И в день они могут принимать максимум 300-400 сотни туристов. Как только мы вошли в небольшой дворик, мы почувствовали запах риса и пошли посмотреть, какие домокодобрицы особенные блюда. Во время этого визита, когда все и генеральный секретарь сидели и болтали о семейных делах, генеральный секретарь посоветовал пожилой паре заняться еще чем-нибудь. После этого они вдвоем открыли этот ресторан. Неожиданно сразу после того, как открылся ресторан, маленький дворик стал переполняться туристами. Однажды прибыла группа из 100 человек, столов не хватило. На следующий день купили еще несколько столов. Активно развиваем туризм. От одного фирменского дома в 2016 году до 28 сейчас. Выращивание черного древесного гриба, управление агротуризмом увеличили годовой доход работников лесного хозяйства города Ичун. Теперь доход на душу населения достиг более 50 тысяч юаней, что более чем вдвое больше, чем 4 года назад. По сравнению с 2016 годом региональный ВВП и добавленная стоимость промышленности города увеличились на 27,6% и 36% соответственно. Благодаря реформе были осуществлены меры по охране окружающей среды, по развитию и повышению уровня жизни населения. Реализовано 27 промышленных проектов, таких как туризм и здравоохранение, лесные продукты питания, специальные растениеводство и селекция, подлесное сельское хозяйство и пекинская медицина.